запустить реальные почти мульт личности. Саша, ну как ты проводишь силовой прием? Ну поймал ты коляться, ну преломил ты ему жбанк клюшкой. Ну почему упор-то? Разверни к судьям, дай ему с локтя в репу. Это красиво. А если меня за это удалят на 2 минуты? За пределами стадиона тебе за то же самое 2 года светит условно. Пользуйся, пока есть возможность. И шлем снимай. У тебя волосы красивые. А если шайба в башку попадет? И что? Ну, это, шайба сломается, жалко инвентарь. Да забудь ты про инвентарь. И вообще, я тебе вместо этой клюшки настоящую партнершу дам. Хочу Навку. Навка с Башаровым. Навка не резиновая. Хотя неплохая идея. Резиновая Навка. Надо Кузнеровичу позвонить. И запомни, главное, играть надо в основное время. Но можно выиграть и по булитам. Вот я тебе сейчас дам по булитам. Как и вербок у меня говорить начнешь. И последнее, Саша, запомни, это Олимпиада. Надо уважать соперников и давить этих тварей в зародыши. Они ж сюда пиарцы приехали, все понял? Свободен. Так, биатлонисты, теперь вы. Стреляйте в ляжку и только потом прикладом. Ну что такое, как маленький?